Приехали в Луначарское. Вот попробуем переправиться через паромную переправу, которая стоит за мной. Не получилось у нас это сделать в рамках именно дороги-дороги. Теперь этот раз у нас такая туристическая вылазка. В контексте того, что получается ближайший мост в Новополоцке теперь на ремонте. Получается переправа теперь, да, вдвое больше нагрузка. Написано, что перед погрузкой нужно выгрузить пассажиров. Только что проехала машина. Каждые полчаса отправляется паром с Луначарского в Десну. Сейчас, получается, мы на 12.30 сядем. И, соответственно, каждый ровный час, то есть следующее будет в 12.30, соответственно, в час будет обратно. Бабушка, а мы заедем? Да, Яночка, попробуй ехать сюда. Бабушка, смотри, какую я палочку нашла. Вот такую. Конечно, вот. Остренькая палочка, да-да-да. Вещь, это же не человеческий организм, жизнь. Евгений Янович, нравится тебе на переправе паромный, а? И даже бабушке Ларисе нравится на переправе. А, да? Только против солнца, да, спорить? Красивый, интересно, хороший городок старинный. Какой? Десна? Десна. Что понравилось здесь? Ну, понравилась архитектура, которая была когда-то. Нравится тебе на переправе? Интересно, как на море, на корабле, да? Теперь как мы стремительно приближаемся. Сейчас будет контакт, Ян. Давай ручку. Там, где он соприкасается, видишь, там, где будет. Ау! Держи, держи их. Не, ты хочешь перейти? Сейчас вызывай, машина проедет.